Всем привет! Сегодня предлагаю вам сделать елочку из дождика. Для этого понадобится скотч любой, проволочка, шпажки и, собственно говоря, дождик. У меня самый дешевый за 8 гривен 95 копеек. Это один моточек размером 1,70 м. Мне понадобилось 7 метров дождика и потратила я около $1,5. Берем проволочку, нарезаем ее кусочками где-то 17 сантиметров и вот так вот обматываем вокруг дождиком. Края я закрепляю двусторонним скотчем, но вы можете использовать любой клей. Вот таким образом наматываем на проволочку и обрезаем. Таких штучек нам нужно 4. Это у нас будет верхушечка. Приматываем каждый кусочек вот таким вот образом. Проволока должна быть упругой, но достаточно мягкой, чтобы вам легко было ее скручивать и формировать веточки. Вот такая у нас будет верхушечка. Теперь берем шпажку и верхушечку приматываем к шпажке. У меня малярный скотч, но, повторяю, может быть любой, прозрачный, в принципе. Не нужно будет потом чем-то закрывать еще. Ну, у меня был вот такой под рукой. Вот таким образом приматываем верхушку к шпажке. Дальше делаем следующий ряд веточек. Берем проволоку где-то 17 сантиметров длиной и кусочек 13 сантиметров. Делаем. Ну, я использую двусторонний скотч. Повторяю, можно использовать любой клей. Обматываем по кругу. Таким вот образом. Это у нас будет второй слой веточек. Вот так вот формируем веточку. Мы обматываем второй кусочек таким же образом. Теперь берем и на более длинный кусочек накручиваем маленький. Вот так вот можно чуть-чуть зафиксировать и расправить. Получается вот такая вот веточка. Таких веточек нам нужно 4 штучки. Берем нашу верхушку. И таким же образом, располагая чуть ниже, вы можете еще ниже расположить, можете выше, в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы она была пушистая елочка, такая набитая. Прикручиваем на одинаковом расстоянии от верхушки этот ряд веточек. Очень легко закручивается проволока и хорошо фиксирует. Вот таким вот образом прикручиваем. Легко и просто. Немножко расправляем, смотрим, что у нас получилось. Вот уже что-то начинает формироваться дерево. Берем кусочек чуть-чуть подлиннее, где-то 20 сантиметров и 14 сантиметров. И повторяем операцию. На длинном можно не до конца наматывать, чтобы было расстояние проволочки, которая будет крепиться к стволу. И формируем веточку. Вот таким вот образом.
таких веточек нам тоже понадобится 4 штучки. И по такому же принципу, как и прошлый ряд, опускаем ниже, насколько нам нравится. И закрепляем, закручиваем веточки к стволу таким же образом. Расправляем. И вот таким вот. Можно в шахматном порядке. Следующий ряд веточек располагать между рядов верхних. Вот так прикручиваем. Размеры веточек, в принципе, могут быть любые, в зависимости от того, какой формы елочку вы хотите, какого размера. Вот так вот мы прикрепляем, смотрим, что у нас получилось. Теперь делаем следующий ряд. Здесь я уже беру проволоку потолще. Делаю веточки длиннее. И делаю их с большим количеством ответвлений. Также закручиваю. И добавляю еще одну коротенькую веточку сюда же. Эти веточки у нас уже будут вот такие вот более пушистые. 4 таких веточки делаю. Так прикладываем аналогичным способом. Смотрим, как оно получается. И если нам все нравится, по расстоянию приматываем скотчем к стволу. Вот таким вот образом. Хорошенько, чтобы все держалось. Хорошо фиксируем. Вот так вот. Приматываем этот ряд. Дальше я уже сделала 5 веточек. Они немножко короче и не такие пушистые, как предыдущие. Вот на низ можно сделать 5. Можно, в принципе, любой ряд делать из 5 веточек, как вам нравится. Вот так вот беру и приматываю этот ряд из 5 веточек скотчем. Как видите, у меня заканчивается длина шпажки. Таким способом можно делать елочку какого угодно размера. Даже 2-метровую можно сделать. Для этого вам всего лишь нужно будет добавлять шпажки по длине елочки. По ходу того, как вы добавляете веточки, вы можете решить, хотите ли вы закончить уже на этом
этапе вам достаточно высоты елочки или хотите еще. Я вот таким вот образом хочу немножко добавить еще длины, поэтому я шпажку сгибаю, прикладываю и приматываю скотчем хорошенько. Мне вот такой длины будет достаточно. Но опять же повторяю, в зависимости от того, какой высоты вы хотите елочку, можно добавлять и добавлять шпажки, делая нужную высоту. Вот так вот хорошенько, неаккуратно, чтобы скотч ложился более толстым слоем. Вот так вот очень просто добавляем длину. Я сделала еще 4 веточки. И вот таким вот образом их покороче немножечко сделаю. Регулирую длину, чтобы они все были приблизительно одинаковые. Вот так вот делаю. Отгибаю проволочку, которую буду приматывать. И формирую последний ряд елочки. Фиксируем скотчем. Вот таким вот образом. Те места, которые вам не нравятся, вот мне, например, слишком бросается в глаза вот эта белая часть, я ее обматываю скотчем. Таким образом закрываю. Если у вас скотч закончился, можно покрасить акриловой краской, гуашью, акварелью, чем угодно. Ну, закрасить, чтобы оно не бросалось в глаза. Если у вас скотч прозрачный, возможно, вам и не придется маскировать эти места соединения. Вот таким вот образом мы сделали. И получилась вот такая елочка. Я ее прикрепила к пластилином крышке, чтобы она стояла, обычной от банки, и закрыла ватой. Вот такая малышка у нас получилась. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Всем пока-пока.